Разрешите представиться, пилота. Длинный чулок. Я вас угощу вкуснейшим завтраком.
научилась сама себе готовить завтрак. Я даже сама себе говорю, ложись спать. Сначала я говорю себе очень ласковый голос. Пеппи, ложись спать. А если я не слушаюсь, тогда повторяю уже строго. Пеппи Лотта, длинный чулок. Ложись спать. А если и это не помогает, тогда мы от себя что-то улетаем. Мне всегда говорили, то, что яйца очень полезны для волос. Вот в Бразилии, например, никто не выйдет на улицу, пока густо не намажет волосы яйцом. Хотите попробовать? Ешьте, ешьте. А теперь идите, идите, идите. Чего вы сидите? Ведь если вы отсюда не уйдете,